Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня хочу ответить на ваши вопросы. Собралось достаточно вопросов подобного типа и характера. Как укрепить мышцы дома? Что для этого можно использовать, чтобы это было эффективно? Очень часто также пишут, что вот средств и финансов не хватает для фитнес-центров, не хватает средств и финансов для того, чтобы попасть в центры Бубновского и заниматься там. Хочу порекомендовать вам очень простое, дешевое приспособление, которое называется эспандер. Они бывают длинные, они бывают короткие. Это очень дешевый и эффективный метод для того, чтобы укрепить мышцы и связки. Они продаются в магазинах спорттоваров, также их очень легко заказать по интернету. Существуют они не только такие, бывают различные варианты по цене в зависимости от цены. Также они варьируют в зависимости от той нагрузки. От этого будет зависеть сама толщина эспандера, к примеру, ну и ткань, из которой будет изготовлен наш эспандер. Единственное, что стоит соблюдать несколько правил. Будьте очень внимательны, к чему вы крепите эспандер. Обязательно, чтобы это была очень надежная опора, основа. Также перед каждым занятием убедитесь, что ваш эспандер цел. Осмотрите на целостность снаряда, чтобы, не дай бог, во время занятий, конечно, такой эспандер, если порвется, это будет, возможно, травма. Также никогда не занимайтесь босиком, особенно в тех случаях, когда вы используете стопу для фиксации эспандера. Перед занятием обязательно хорошо разогрейтесь и начинайте с минимальных нагрузок. Будет очень правильно, если вы ознакомитесь с какой-либо литературой, либо видеоуроком, чтобы это было намного нагляднее и правильно в движениях. Всем спасибо. Надеюсь, мой совет вам был полезен, и я ответил на ваш вопрос. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И задавайте нам свои вопросы. Всем пока!